Подник. И Мари на тибетском языке звучит лунда, что переводится как ветер конь. В тибетской традиции химарин состоит из 5 маленьких флажков, каждый из которых окрашен свой цвет. Химарин – это символ энергии тонкого тела человека. Сутью энергии является движение, символом движения – конь. Если движение затруднено, его тормозят сомнения, страхи и багаж за спиной, возникают трудности, препятствия и болезни.